сбиться. Когда мой накрытый валет не виден под ночью вечер, смотрю, из окна человечек выходит и движется в лес. Строение углы обогнув, вплывает в сметенную темень, и темные тени растений его пеленают. В плену он видит какие-то сны, развитие и продолжение, как он продолжает движение под сенью бессонной сосны. Жужжит в деревах шестерня, луна опустилась на нитке, за нею спускаются лунные детки и обступают меня. Вернее, обступают его, он плачет и крыльями машет, на ветку садится и пишет, и мокнет подушка его. Он пишет, с трудом вспоминая близких друзей, отдаленных фамилии, какими они были, были ли они и какие у них имена. Но вспомнить не может мне, какие у них были лица, ведь чтоб наяву позабыться, сначала они исчезают во сне. Гремит и пружинит карниз, пустой, оцинкован, как ведра. Король наступает, как утро, но день побеждает, как туз. Эпиграф из Юза Олешковского. Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Теперь текст. Называется «Сверкалочка». Из могильного белого ада в черный рай шли мы в сером дыму. Я заметил какое-то яркого цвета и рванулся из строя к нему. Невзирая на черта и бога, изловчился я спрятать в карман заводной апельсин в виде сердца золотого, а внутри говорящий тюльпан. Любовался, ложась на койку, ювелирным огнем, и пьянел от того, что увидел ту тройку в полыхании тройном. И глазами я видел отлично то, как жив и красив, с людяной скорлупе в эпицентре яичном бьется анимированный гиф. Пропадал я за эту сверкалочку, никого не кляня, не виня. Обитатели свиденбурговых улочек за размах уважали меня. Шел я в рай огневыми шагами, как Христос обещал, что пойду. 9 дней и 30-метровое пламя, 93 шага в бреду. Негодяй, ты на воле нас бросил, а теперь поклоняешься нам. Это да, говорю, гражданин надзиратель. Значит, зря, говорю, гражданин надзиратель. Вы мазнули тогда, гражданин надзиратель, этим медом меня.